Школу убил кем-то, короче. Угу. Чем ты занимаешься сейчас? Чем я сейчас занимаюсь? Ну, когда играет человек на рояле, он там сел, взял аккорд. Никакого аккомпаниатора не нужен, сам себе сыграл, сам спел. А потом фортепиано откуда взялось? Фортепиано? Ну, я всегда в детстве, правда, я когда мне было 2-3 года, я все танцевал. Я под меня не танцевал. 4-5 часов без остановки ставил музыку «Ледяное озеро» и танцевал. Пока я просто не устал. А я смотрела на него и думала, извините, что перебиваю, глядя на мою, так сказать, комплекцию, что вряд ли он будет балетным артистом. Я даже была в панике, честно вам скажу. Думаю, он так там рожается в танце, что делать?